Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины Филиппина Липи, «Мадонна с младенцем», святым Антонием Падуанским и монахом. Находится эта картина в Музее изобразительных искусств в Будапеште. Написана на девере 57 на 41,5 сантиметров. Мадонна является благоговейно взирающему на него монаху, но это очевидно заказчику картины, и святому Антонию, рекомендующий монаху милости непорочной девы на фоне подчеркнутой дымкой синего неба и поэтично-мечтательного пейзажа. Исследуя картину, мы открываем в ней все больше таких черт, с которыми до сих пор не встречались. Бросается в глаза непомерно высокий рост Мадонны, держащей на коленях младенца, по сравнению с размерами двух монахов, на которых она смотрит сверху вниз, как на маленьких детей. Это, несомненно, архаизированное решение, кажется почти сознательным противопоставлением рационализму Вероккио и Гирландаю. Мадонна, собственно говоря, не вписана в пейзаж, как на подобных уже композициях упомянутых художников, а восседает на небольших обрывках облаков над пейзажем. Неуловимый эффект видения, чудо, увеличивается еще и тем, что в то время как Мадонна с тихой меланхолией смотрит на стоящий перед ней монахов, на их лицах необычайной интенсивностью выражена внутренняя сконцентрированность внимания людей, переживающих мистическое событие. Историки искусства весьма по-разному оценивали эту картину. Сначала они приписывали кисти фра Филиппа Липпи, ну и наконец определили как работу самого Филиппина. В последнее время ученые сошлись на том, что это произведение написано Филиппином в молодые годы, однако все еще существуют различные мнения относительно того, написано это произведение около 1473 года или около 1480. Ну вот, мы познакомились с картиной Филиппина Липпи, «Мадонна с младенцем», святым Антонием Падуанским и монахом. Находится она в Будапеште, в Музее изобразительных искусств. Текст по книге издательства «Карвина. Тосканская живопись эпохи раннего Возрождения». Пока-пока, до свидания.